тебя не видим. Иди сюда. Вон он идет. Андрюха, ты где? Ты что, прятался? Ты играешь в казаки-разбойники? Ты разбойник или казак? Я на Солуи. Или ты рыцарь? Я на Солуи. Ой, улитку нашел. Андрюха улитку нашел. Ушки у нее есть? А мы же в прошлое воскресенье смотрели мультфильм «Турбо улитка». Помните? А, ну правильно, это после дождя. Ой, сколько было здесь? Андрюш, а возьми улиточку. И так много. Андрюшенька, возьми улитку. А как ты их находишь? Где? А он в курсе дела, сам знает. Еще на улитку. Еще нашел? Да не может быть, покажи. Вот она. Покажи. Красивая. О, какая красивая, большая. Смотри, ой, какая красивая улитка. Вот, покажи. Ой, так это маленькая. Вот, а смотрите. Там. Ох ты. Небольшой, я видела ручки. Где большая? А где большая? Куда? Вон большая. Вон она большая. Вот видишь, у большой я вижу рожки, а у маленькой нет. Она ходит спать. А ты ей говори, улитка, улитка, дай пирога. Улитка, улитка, вырой. Нет, не так. Улитка, улитка, высынь рога, я тебе дам пирога. Улитка, улитка, высынь, я тебе дам пирога. Я помню, в деревне говорили, зяблик, зяблик, высунь рожки, дам тобі я дві пирожки. А, это по-украински. Да, да, да. А почему, Дим? А ты за сколько до сна кушаешь мне? Ну тогда ляжем в 3 часа ночи, не раньше. Где? А ну, покажи. Ух ты! Какая улитка, какие рожки. Она живая, Андрюха? Да. Она ползет потихоньку? Ишь ты. Вот, смотри. Да. Красивая улитка. Да это, а здесь не бывает. Смотри. Ух ты. Ну, смотри. Она плачет. Посмотри. Я смотрю. Вот, смотри. Она сейчас будет. Смотри, вот. Смотри, вот. Вот, смотри, вылазит.